вырезали страну, вырезали не по крупице, не по кусочку. Вытоптали людей, вытоптали, закрутили, законсервировали в бочку. Сады, парки, заповедники порубили, подожгли да развеяли. На их месте сорняки-проповедники выросли, семена травы посеяли. Галереи, музеи, выставки позакрывали, посносили, потрескали и развесили яркие вывески. И ругались, и бились, а без толку. Если голос имеешь и мысли, то засунь их в карман, да поглубже. Сейчас в моде мимолетный и быстрый, и тем правильнее стало, чем хуже. Говоришь, хороша демократия. Говоришь, все имеют права. Так зачем же вся эта братья, что впустую кидает слова? Для чего же баранам и овцам право голоса дали? Зачем? Они старые, безликое, просто. Нет айфона – венец всех проблем. Я не лучше ни овец, ни баранов. Я же с ними в загоне стою. Но не белая шерсть. Вот в чем драма. И траву чуть другую жую. Спасибо.